Всем привет! Сегодня такое будет необычное видео. Хочу устроить такой экспириенс, как бы сходить, да, в Lidl, так как у меня только Lidl, нет ни Tesco, ни Aldi, и просто скупиться вот на 5 евро. И понять, возможно ли прожить на 5 евро. Именно я имею в виду про еду, то есть питаться. Можно ли на 5 евро в день питаться в Ирландии? То есть выжить и не умереть с голоду, как говорится. Вот я беру 5 евро, иду в Lidl и закупаюсь едой. Приношу домой, показываю вам чек и приготовлю из этой еды блюдо, да? Как бы посмотрим, одному человеку хватит, чтобы наесться, да? Потому что как ни крути, цены растут. И 100%, да, нашей вот продуктовой корзины на процентов 15-20 продуктов уже цены выросли. Не слишком много, но выросли. Мы это замечаем. Не знаю, как вы. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение по поводу цен, ихнего роста и вообще, возможно ли на 5 евро себя прокормить в Ирландии. 5 евро для ирландцев это просто, не знаю, даже не знаю, как 50 гривен, наверное, в Украине. И обратно же, это еще разные локации. Например, в Дублине мы только вот были. Там 5 евро это просто как 50 центов у нас здесь в маленьком городке, потому что там общественный транспорт съедает все. Он съедает просто очень много денег. Общественный транспорт. Ну и прайс там на все дороже. Короче, хочу снять вот такой вот экспириенс интересный. Сейчас вот иду в Lidl. Мне 300 метров к Lidl от дома. Пойду сейчас, сниму цены, покажу, что купил. Как бы и дальше мы это все обсудим. Как у нас скажут, ну шо, поехали. Так, ну что, мы зашли в Lidl и, пожалуйста, сразу скидочки. Нам нужно по-любому, как бы, да, чтобы ну, было и сладенькое что-то, и фрукты, и овощи. Тоже нужно нам на 5 евро сделать комбо. Я считаю, что мандаринки нам подойдут по скидочке, правильно? Вполне, то есть вполне мы ложим мандаринки в корзину и продолжаем наши поиски продуктов. Вот, смотрите, прекрасная акция. Один, получается, африканский апельсинчик, да, стоит 19 центов. Это просто, ну, мега-пупер-супер акция. Берем мы один себе в корзинку. Так, ну что, фрукты мы взяли. Теперь берем овощи. Возьмем мы вот такие вот черри мои любимые. 79 центов. Это самые вкусные. Есть хоть какой-то, знаете, запах помидоров. Потому что вот это все остальное, это просто, ну, все выкидывалось в помойку. Так, берем вот эти прекрасные черики маленькие и огурчик 49 центов. Берем огурчик. Я считаю, что по овощам тоже хватает. Как говорится, еды мы дали. Ну, самый простой, как говорится, завтрак, обед и ужин возможен с помощью яичек, да. Берем самые дешевые, берем medium 6x, то есть 6 яичек за евро 15. Это вполне адекватная, нормальная цена. Ложим тоже в нашу корзину. Ну, из мясного на 5 евро не разгуляйся, так что мы берем самые дешевые франкфуртские сосиски, вот, пожалуйста, за евро 39, 10 штучек. Они вполне достойны, мы их покупаем часто на хот-доги и так просто, так что, думаю, залетят. Так, наша корзинка растет, и нужен, конечно, сыр, да, тоже классика жанра, самый, как бы, выгодный момент, дешевый, вот, на бургеры типа 69 центов. Вполне адекватный сыр, пойдет в топочку легко, тоже в корзинку. Также дешевый вариант и быстрый перекус – это консерва. Ребята, это консерва 39 центов, консервочка, то есть с хлебушком легко залетит просто на ура. Нам нравится, кажется, дешево, сердито, сытно и нормально. Так, ну без сладенького в жизни никуда, правильно? И вот у нас есть такое предложение Lidl Plus. И вот, видите, шоколадка 79 центов. И вот она сейчас у меня по Lidl Plus бесплатно. Видео про Lidl Plus будет тут в описании. И тут будет подсказочка. Так что заходите, регистрируйтесь. Вот, пожалуйста, эта шоколадка будет бесплатно, то есть бескоштовно. Там вы покупаете, сканируете свою карту, и вам начисляются бонусы, бесплатные, как говорится, бесплатные продукты. Вот мне сейчас бесплатная шоколадочка. Вот, пожалуйста, сладенькая уже есть. Плюс, если мало денег, можно взять отличное печенье. Вот, 59 центов. Они с шоколадной крошкой, вообще класс. И ребенку нравится, ну и нам нравится. Бывает, покупаем. Не всегда, конечно, но 59 центов вполне адекватная, нормальная цена. У
У меня еще в Lidl Plus есть еще один скидочный купон, то есть фри, бесплатный вообще, еще на вот такие вот мини-маффины. Так что сладенького у нас очень много, вот, 375 граммчиков, вот, они еще у меня бесплатно. То есть я сейчас отсканирую карту, когда буду скупляться, и шоколадка, и вот эти мини-маффины будут бескоштовно мне. То есть, так что, ребята, Lidl Plus — это не шутки, это, возможно, спасет вас от голода. Вот так вот. Смешно и грустно. Вот так. Ну что, все. Мы, я считаю, скупились вот корзинку. Сейчас едем мы на кассу. Потом покажу вам чек. Накрою на стол. И вы посмотрите, возможно ли выжить, наесться на 5 евро в Ирландии. Магазин Lidl. Ну что, поехали. Смотрим результат. 6 евро 73 цента. Я немножко заигрался в мультимиллиардера, как видите, немножко перебрал с бюджетом. Но, ребята, мы можем убрать, смотрите. Видите, вот два пункта бесплатных по Lidl Plus карте. То есть это маффины и шоколадочка. Бескоштовно. Далее мы можем удалить, смотрите, вот печеньку 59 центов. И мы можем убрать мандаринки 49 центов, да? То есть это уже минус евро. Это получается уже будет 5 евро 70 центов, правильно? Потому что мы купили вот за 19 центов, мы купили большой апельсин, который может вполне заменить мандаринки. И еще нам нужно что-то убрать. Да, что мы можем убрать? Ну, в принципе, да, но получается вот 5 евро 70 центов. Получилось немножко больше бюджета. Ну, ничего страшного, я считаю, что это простительно. Все равно, как говорится, мы почти вписались в бюджет. Сейчас приду, все вам покажу, распакую, приготовлю и продолжим нашу дискуссию. Я у себя в квартире, вот я распаковал все. Еще раз, ребята, да, мы отсекаем мандаринки. Отсекаем мандаринки. Мы отсекаем, то есть мы убираем, потому что вот эта вот печенька, да, потому что сладенькая у нас вот по Lidl Plus, да, я получил вот это и огромные маффины. И мы можем убрать хлеб, если мы уберем хлебушек, потому что хлеб не все любят, не все едят его, это первое, кто-то ест вообще его мало. И как бы, да, по факту, ну, без хлеба возможно, если вот у тебя есть сосиски, у тебя есть помидорки, огурчик, то есть консервочка, то есть у тебя есть яички, то есть ты можешь без хлеба. Вот, вот этот вот получается сейчас этот комплект, что вы видите. Давайте сюда апельсинчик. Вот, он вышел, получается, в 5 евро. Вот, 5 евро, ребята, в Ирландии. Я считаю, что с утра встал, там, не знаю, съел маффин, яичницу, шоколадочку и погнал там на работку. Пришел, да, обратно же, съел, например, прекрасную консервочку, ну, а вечерком еще яичек набодяжил, как говорится, и все. То есть, вы понимаете, это просто такой экспириенс. Мы смотрим, возможно ли просто, вот, да, вот человек какие-то проблемы, да, и вот может ли он купить, вот у него в кармане там 5-6 евро, может ли он купить еды, прийти, накушаться и прожить просто, да, сутки. То есть, нормально даже. Я считаю, что вот этот вот комплект, это по-человечески. А вот это, если еще добавить, да, то, ну, вообще это просто уже, ну, нормально, шикарно. То есть, вот прайс, да. То есть, мы скупились на 6,73 цента. Вот, пожалуйста. Пол стола забито. Я считаю, это достойно, это нормально. Сейчас я приготовлю, говорится. И в дальнейшем мы дальше продолжим. Потом я хочу на 10 евро скупиться, на 20, на 50 и на 100. И вот мы посмотрим, как будет расти, да, вот, продуктовая наша корзина, как будут меняться фирмы, продукты. Говорится, как... Чем больше денег, тем больше ты себя будешь ласкать, удовлетворять приятными, да, вкусностями. То есть, все, ребята, летим дальше. Сейчас включаю печку, сковородку, приготовлю и покажу, как же, что же из этого можно сделать. Так, ну что, наше едло готово, наша еда готова. Ребята, смотрите, 2 яйца, 2 сосисочки, 4 помидорчика, ну, я не знаю, там, 1/3 огурчика, да. Пожалуйста, в топочку. Зарядили, я думаю, вполне можно накушаться. 2 тостика сверху. Сыр положил, немножко подплавился. Будет вкусно, классно. Как говорится, фруктик у нас есть огромный, апельсин. Дальше сладенькое к чайку у нас есть. Наши бесплатные маффины и шоколадка по Lidl Plus. То есть, пожалуйста, как по мне, на 5 евро это вполне можно покушать в Ирландии. То есть, это реально, давайте это так посчитаем. Если в день по 5, да,
То есть 30 дней, это 90 евро, грубо говоря, давайте округлим до 100. То есть одному человеку в Ирландии реально хватит 100 евро, чтобы прожить. То есть не то, что выжить, а прожить, нормально питаться, более-менее. Потому что, например, это я купил такой комплект, да, можно было купить абсолютно другой. То есть там были, например, огромные котлеты для бургера, 2,50 можно было купить, их 4 штуки. Можно было купить спагетти 50 центов, то есть, и ты так каждый день меняешь, и получается у тебя что-то остается. Сегодня яйца, 2 яйца я использовал, еще осталось, да, 4. Спагетти ты использовал полпачки, полпачки осталось. Купил соус к спагетти, то есть реально на 5 евро в день. В Ирландии можно жить человеку, то есть 100 евро, вдумайтесь, в месяц, ну вы же понимаете, по меркам Ирландии 100 евро это так, это ни о чем. И то есть можно нормально питаться, кушать, себе позволять и сладкое, и фрукты, и овощи, все вместе. Я считаю, эта страна, ну и здесь, в этой стране Ирландии достойные цены, и человеку заработать себе на пропитание это вообще просто легко, так как здесь минималка 10.50 в час, думайтесь, в час 10.50. То есть, а вам, возможно, хватит 5 евро в день. То есть, полчаса вашей работы вам хватит, чтобы вот так вот покушать, как я сейчас. Полчаса всего лишь в день. Это просто, конечно, супер-пупер класс. Ну, что тут сказать, ребята. Ну, как видите, на столе все есть. И это все я купил, грубо говоря, да, за 5 евро с копейками. То есть, вкусненькие черри. Яички. Тостик. Потом можно рыбку добавить. То есть, вот вам стол. 5 евро. Так что, ну, в этой стране под названием Ирландия заработать себе на хлеб проще простого. Потому что цены адекватные. Хотя они уже растут. Прайс растет каждый день, понемножку, по чуть-чуть, да, инфляция есть. Но после Нового года обещают, что будет повышение и выплат, и зарплат, возможно, минимальные за час оплаты труда. Ждем, но пока я доволен, еще раз всем повторяю, 5 евро вполне достаточно, чтобы себя прокормить в Ирландии одного, да, на один день, то есть одному. Если делается семья, это мы умножаем на 3, например, вот у нас 3 человека, я, жена и сын. 300 евро в месяц вполне достаточно, чтобы нормально питаться, функционировать. Ясное дело, это самые дешевые продукты, кто-то скажет, как всегда найдутся сейчас доброжелатели, начнут бла-бла-бла. Но эти продукты покупаем не только я, они лежат и их раскупают все. То есть тут много людей, которые покупают по скидкам, экономят и так далее. Вот таких здесь немного, здесь средний класс. Средний класс вот так вот и питается по-обычному. Обычное молоко, обычные яички, там, сосиски и так далее. Так что мы тут не включаем никаких мажоров, панторезов, покупаем все по акциям. Ясно дело, себя нужно баловать, там можно купить и суши, и пиццу заказать, там, и сходить в какое-то кафе, это понятно. Но в повседневной жизни, в будние дни, пожалуйста, отличный стол, я так считаю. Напишите в комментариях, как вы считаете, возможно ли на 5 евро прокормить себя в Ирландии. Возможно ли день прожить на 5 евро, питаясь в Ирландии на 5 евро. Еще раз повторяю, подумайте, напишите в комментариях, может, свой комплект продуктов, в каком магазине вы скуплялись, мне интересно. У меня это Lidl, так как у меня другого нет, у меня только Super Value, но он как бы прайс там очень дорогой магазин, как по мне. Lidl адекватный, Tesco, говорят, низкие цены, Aldi. Как-то так. Следующий такой будет, говорится, эксперимент с 10 евро будем скупляться, потом 20, 50, 100, это я уже говорил, так что не стесняйтесь, подписывайтесь, ваши подписки меня как бы, чем больше подписок, тем больше меня мотивирует записывать новые видео, ставьте колокольчики, подписывайтесь на мой инстаграм, пишите комментарии, задавайте мне вопросы, не стесняйтесь, по возможности я всем отвечаю, так как вы мои подписчики, и я вас люблю, всех крепко обнимаю, на связи, всем мирного неба, добра и здоровья. Обнял крепко. Продолжаю кушать. Никого не слушать, ребята. Когда я ем, я глух и нем. Все, полетели.